всех богов. Пожалуйста, храните Аню. И пусть долина излечит ее недуг. А пока мы с Алешей едем в разведку. Мало ли, какие опасности таятся в этой долине. Хотя Алеша, по-моему, и правда считает, что там его ждут женщины. Если это действительно так, то лучшего компаньона для этой операции не придумаешь. Да, долинка это очень-очень, я бы сказал. А воздух какой, аж голова кружится. Никогда таких запахов не слышал. Таким недельку подышать не только Аня вылечится. У полковника ноги отрастут. Ты смотри, как мотает. Повело пути. Весь склон, похоже, ползет потихоньку. Хоть бы нас выдержал. Так, надо на Аврору сообщить, чтоб по главной ветке на ГЭС шли. Аврора, это передовой дозор. Как слышите? Прием! Слышим вас хорошо. Прием. Товарищ полковник, эта ветка Аврору не выдержит. Идите по главной! Отвал башки. Ане точно понравится. Прием. Отлично. Продолжайте разведку. Конец связи. Ну, значит, план такой. Сейчас в темпе до дамбы все проверяем и сигналим нашим, что приезжали. А то посмотри, какая красотища. Хочется всем показать. Скажи. Смотри, вон церквушка какая живописная. Ребята поймали твоего друга, но я-то вижу, что вы не бандиты. Так что выручу, если глупости не наделаешь. Мне пора. Старайся не высовываться. Увидимся! Yeah.
бросай меня так, братуха! Не по-пацански будет! Братуха, не бросай! Ха, так, затянули, суки, я уже рук не чувствую. Не бросай меня так, братуха! Не по-пацански будет! А, по гроб жизни помнить буду. Век воли не видать. Меня эти козлы лесные волкам оставили, сука! Что-то я не припомню, из какого ты барака, братуха. Прикид у тебя крутой. Ты, главное, в одиночку к ним не лезь. Я лоханулся, видишь, что вышло? А, не суки прячутся так, я мне офигею. Проход разведал, обратно уже шел. Скрутили волки позорные. Бля. Руки-ноги затекли. Кобздец просто. Я ща оклемаюсь и к пацанам двину. Надо все бригады идти, сука, этих лесных учить. Они нас отсюда точняк теперь ждать не будут. Всех порвем к херам, как тряпки. Слушай, братуха, ты все-таки с какого барака? Я вроде всех знаю. Ты с зоны вообще? Ну, ты это, того. Даже если не из наших, все равно благодарочка. Ну, а если тебе, у сук этих, если что-то надо, то иди тихо, как мышь. Может, и подфартит. Хотя, ты пацан стопудово реальный, один их не будь. Так что, если решишь встретить козлин, вали всех, чтобы знали, суки, как братву на столбах развешивать. Пусть фартит, братишка! А, сука, бля! А, попал, как лошара. Пора на берег идти, братву ждать. Должны вроде выдвигаться были.
ну как бы очередь к нам подняли. Ты! А ну стоять! Это территория берегового братства. Зайдешь, и мы с тобой поиграем. И ты сдохнешь, тысячи чертей! Да, так что давай ноги в руки и топай в другую сторону, понял? Наши уже одного чужака сегодня поймали, хватит с нас. Засал! Во-во, топай!
Прошло 2 месяца. За детьми так никто и не приехал. Выхин и Туча не вернулись. Гесовцы должны были довести их до райцентра, но... Похоже, надо было просто запретить им ехать. Но тогда я тоже все еще надеялся на эвакуацию. Хотя, какая там эвакуация, если по радио одни помехи? Помощи ждать нечего. А с другой стороны, нужна ли она нам, эта помощь? Долина оказалась в стороне от ударов. Даже осадки нас не зацепили. По счетчику фон нормальный, даже под водосточными трубами. Ребята хорошо подготовлены. Не зря мы проводили столько времени в походах. Научить их охотиться будет несложно. У нас есть все самое необходимое, а остальное добудем сами. К черту сомнения. Будем решать проблемы по мере их поступления. В первую очередь выживание. Слушай,
Я у тебя давно спросить хотел. Все эти ваши пиратские штуки, мертвецы эти на столбах, вы всерьез верите, что учитель этого хотел? Учитель хотел, чтобы мы защищались. Ну, не помогает же. Вон опять бандиты в деревне появились. Да еще наши чужака какого-то непонятного поймали. Забыли, значит, урок. Пора напомнить, потому мы и в дозоре. Поймаем этих гадов, пару новых пугал сделаем, надолго хватит. Ну ладно, с бандитами ясно, они такое у нас творили. Но новый чужак этот на бандитов не похож. Может, мимо проезжал? Был бы не похож, проезжал бы мимо. А тут на берег к нам выполз. Ну и значит, поработай пугалом, чтобы другие стороной обходили. Ну, не знаю. Чужаков этих нападает, собрался, слышал? Я верю, на совесть не будет шум поднимут. Чужаков ходят. Ну и что с этими пионерами? Вот, вроде и росли с ними вместе. И учитель всех одинаково учил. А все равно. Сыкуменцы какие-то. Не то, что наши ребята. Ну и вообще, как они узнают? Ну, они же за нами подсматривают, наверное. Как и мы за ними. В смысле? Ну, я вот подсматривал... За Ольгой. Она в озере мылась, меня не видела. Чувак, что это получается? Делать нечего, что ли? Да, Ольга клевая. Зря она с икунами с ней водится. И вообще, чего эти девчонки почти все у них? Несправедливо. Думаю, допрыгнуть станет. Вот волк, да, да.
кажется, внизу что-то есть. Так, не спеша. Ну, пробегись, тебе не вредно. Ничего тут нет! По себе, мне кажется. Вот это замечательно. Это еще что там? Там что-то есть. Откуда тут что возьмется? Выспаться бы, а то толку с того, что я тут стою. И чего тут торчать? Делать нечего, что ли? Thank you.
смотрю. Вот точно здесь было. Делать нечего, что ли? Хоть бы польза была, а так... ну что, скажу-ка, смотрю, кажется, внизу что-то... Какие тут чужаки? Вот волки могут, да. Как тут у тебя? Все тихо? Не, никого. Иди уже. Ну, уже ты сказал, значит, надо. Mm-hmm.
чего тут торчать? Делать нечего, что ли? По себе мне как-то, Олег. Где там ребята ходят? Сколько можно? Ну как кто-то туда? Все тихо. Нет никого. Делать ничего, что ли? Сколько тут этих чужаков ходит? А то мало ли. Ну где там ребята ходят? Сколько можно? Скажу, проверю, а то вдруг чужак. Да что там вообще будет? Банка валяется. Откуда только притащили? Нету тут никого!
мяч сойдет? Ага, сейчас. Конечно. Ты так просто не отвертишься. Закинул мяч в реку, делай новый. 2 недели уже возишься. Без дела, что ты? Шить только осталось. Просто я сейчас попинаю. А штука эта круглая и сама катается. Ну вот, смотри. Во, молодец. Чемпион просто. Дурак. Ну, это лучше, чем хозяин. Торчать. Хоть бы польза была, а так. Сейчас бы на боковой. Thank you.
ответьте. Потеряли связь с вами. Что случилось? Тёмочка, дорогой, ответь. Прием. Что там с вами произошло? Господи. Ребята, ответьте. Прием. Аня, не волнуйся. Всего-то пару часов связи нет. Давайте по их клетке поедем. Анюта, ну ребята же сами передали, что та ветка дрезину еле держит. Может, и рация от тряски из строя вышла, а портативные не достают. Или стукнулись обо что-то. Вот сколько деревьев на дороге поваленных. Господи. Так, солнце, иди ложись. Нечего тут волноваться. Артём, Алёша, при первой возможности выйдите на связь или ждите нас на ГЭС. Артём, ты слышал? Прошу тебя, будь там. Пожалуйста. Конец связи.
ты ж чужак! Думал, всех вас уже волкам на корм отправили. Уродов, насильников и убийц. А вы все лезете и лезете. Ну, я у тебя, сволочь, пощады просить не буду. Учитель, иду к тебе на последний экзамен. Я готов. Я не трусил и защищал наших, пока мог. Оружие убрал. Поиздеваться решил. Ну-ну, не надейся. Я тебя не боюсь. Наши отомстят. Будешь на столбе болтаться на собственных кишках. Кончай этот цирк. Я знаю, что вы такое. Уроды! Никогда никому из вас не поверю. Учитель, я готов. Я не обижал девчонок и слабых. Я убивал чужаков, потому что они приходили на нашу землю, убивали и насиловали. И теперь я готов к экзамену, и мне не в чем себя упрекнуть.
Иди своей дорогой! Я тебе не враг! Ну, стреляй! Я смерти не боюсь! Учитель, иду к тебе на последний экзамен. Я готов. Я не струсил! Не будешь стрелять? О, правильно, значит, говорят. Не все чужаки-злодеи. Вон и Олька вашего защищает. Говорит, нельзя его без лесного суда к столбу. Он тоже вроде... Ничего, нормальный. Поспеши, сможешь ему помочь. Только прошу, не убивай наших. Они хорошие ребята, все. Просто нам слишком часто приходится защищаться. Я же говорил, что тот не один был. Но снимаем его тогда и в лагерь. Пусть тем вторым сидят. Панеры, вы чего? У вас уже есть один, а этот наша добыча. Он на нашей территории попался. Осетка моя, ясно? Ну а чего ты ее у нас поставил? И вообще, у тебя уже рюкзак чужака есть. За рюкзаком я сам нырял. Ты, небось, засал? Кто засал? Вы же пираты, у вас и лодок больше. А этого мы ведем на лесной суд. Сыкуны вы все! Это чужак, значит враг. Ты что, бандит, что ли? Что учитель говорил? Что мы отличаться должны от них? Забыл? Слышь ты, умный сильно. Сначала учитель защищаться говорил. Это потом уже он начал... Забыл, что чужаки тут творили. А он чужак и должен умереть, чтобы потом других не убивал. Так, хватит. Сначала лесной суд. На нем и решим, к столбу или нет.
Что, гад, выбрался? Ты молодец. От хозяина леса уйти не каждому дано. Не каждому совсем. Ты опасный, значит? Чёртов рюкзак. Пожадничал я. Ну, стреляй или вали. Мне готовиться надо. Скоро экзамен. Учителю скажу. Наших защищал, не ссал, девочек не обижал. Учитель, я пришел. Можно я...
скорее. Может, Джейк пират живой еще? А ты думал? А что ты думал? Хозяин его одним ударом.